Re, viss ēters ir te! Добрый вечер. Вторник в Латвии будет холодным и дождливым, однако по прогнозам синоптиков со среды солнечных дней станет больше. В ближайшие ночи температура воздуха составит от 0 до плюс 4 градусов. Днем потеплеет от плюс 4 до плюс 12 градусов. Ветер завтра будет в переменных направлений. На севере и юго-востоке страны он будет слабым. Однако на большей территории скорость ветра составит от 4-6 метров в секунду до 10-14. И ночью и днем будет идти дождь по всей территории Латвии. Земгалы и Восток. В восточных частях Видзема ожидается мокрый снег. Теперь расскажу подробнее о погоде в столице. В Риге на протяжении всего дня будет идти дождь. Температура воздуха завтра тут составит от плюс 2 до плюс 4 градусов ночью, а днем потеплее до 6 градусов тепла. Также будет дуть порывистый северный и северо-западный ветер. Его скорость составит от 4 до 12-14 метров в секунду. Медицинский тип погоды завтра второй благоприятный. На этом погоде у меня все. Хорошего вечера и до свидания.